Ну и теперь к самому долгожданному светскому событию года. Бал дебютанток «Татлер» в эти минуты проходит в Москве. Это настоящий пропуск в высший свет для наследниц самых известных фамилий России. Все участницы уже прибыли в колонный зал Дома Союзов. Более того, там уже начались танцы. Ну, давайте немножко про этот, расскажу вам про регламент этого мероприятия. Кого пригласить, решает исключительно и только редакция «Татлера». Именно этот журнал о светской жизни несколько лет назад решил возродить лучшие традиции балов российского императорского дома для дворянства начала 21 века. В первую очередь важен не размер кошелька, а фамилия. Известно, что девушек танцуют на этом балу. Лучшие артисты из Большого театра, а сами барышни за несколько месяцев начинают подготовку. Работают они не только с хореографами, но и с дизайнерами. Лучшие дома моды выбирают на свой вкус дебютантку, идут примерки и выходят они на паркет в шикарных платьях от известных домов моды стоимостью не один десяток долларов.